начали вторую неделю подготовки. Первая неделя прошла хорошо. Пацаны занимаются 6 раз в неделю, по 2 часа тренировки. Сейчас акцент делаем на физуху. Поэтому работа с гантельками, работа на мешках и работа в тренажерке. Отдельно выделяем дни по работе в тренажерном зале. По программам я составил им программы. Работаем с грифом, с блином, с тяжелыми гантелями. В общем, нарабатываем силу удара, общую физическую силу. В общем, готовимся к соревнованиям. Соревнования у нас с 1 февраля. Первые соревнования, если ничего раньше не нарисуется. Отсюда закладываем базу физухи. А дальше уже начнутся работы в парах, спарринги. Но этого все постепенно надо дойти и заложить хорошую базу. В общем, работа идет. Есть 6-7 перспективных ребят. А я напоминаю, у кого есть желание помочь Федерации тайского бокса Черкас, пожалуйста, брать любой помощи. Финансовой, моральной, материальной. В общем, любой. Ребята все студенты, бедные, голодные. На соревнования ездить надо. Для этого нужны, соответственно, финансовые средства. Сегодня сделаю небольшой такой нарезочку нашей тренировки сегодняшней. Сегодня будут скакалки, гантельки, макивары, мешки и немного клинча. Такая работа на 2 часа.